Вы хотели полицейскую державу? Вот, пожалуйста, вам. Полицейская держава, улица проездная, перекрыта полностью вся. Вот тут полиция стоит, надо поинтересоваться, почему эту улицу перекрыли полностью все. Ну, расскажите, пожалуйста. Есть кто-то, кто может рассказать что-то? Я понял, да. Вот там вот. Только туда могут послать, и все. Полиция наша работает вот так вот именно. Только может посылать куда-то, да? Я понял. Еще раз, как? Кто там ляпнул что-то? Все в прямом эфире, вы знаете об этом? Класс. Вот так вот наша полиция только может ляпнуть что-то, блядь, и заныкаться, блядь, под хвост сразу поджать, да? Потому что сыкуны вы все, блядь. Мусора галимые, блядь. А, вот еще раз, да, вот кто сказал, да? Вот кто сказал, кто? Кто смел, а? Сыкуны, сука. На вот там вот чего перекрыли улицу, полностью всю. Вот я за обеспечение, на Майдане. Там перекрыли на или здесь перекрыли? Вот там. У вас вот там. Вопрос там? Да, да. Так, пожалуйста, там есть ответственный. Азвиты посылают сюда, кажется, что тут Азвит такой дальний. И к нему, пожалуйста, вопросы. Как я мы разумею. Можем понять, почему там перекрывают? Там перекрывают нацгвардия, здесь перекрывают полиция. Там полиция точно такая же, как и у вас. Вот с патрулями, с значками, со всеми остальными. Что вы должны нам доказать? Я вам хочу доказать. Я вам хочу сказать, что вы мусора. Как были, так мусорами, так и остались мусорами. Понимаете?